Соня, пожалуйста, успокойся. Применение силы. Применение силы идет. Применение силы. Применение силы. Применение силы. Зафиксировано применение силы. Тащите ее, Соня. Что вы что-то тащите? Применение силы! Применение силы! Смотри, какой надо! Применение силы идет! Применение силы! Вы посмотрите, сколько здесь народу, все применяют силу по отношению к женщине. К женщине применяют силу. А еще матом, да? Грёбаный. Записали, да, записали. X784NA178, неизвестное лицо. Да, заснято. Вы все засняли, да? Ну, замечательно. Не все, мы будем продолжать. Собираетесь эвакуировать машину? На основании чего? Покажите документы, покажите. Вы дали человеку документы? Хозяйки, что значит предоставляли? Где, покажите. Я хочу почитать. Применение силы, применение силы. Зафиксировано применение силы. Хватит мне в лицо! Я снимаю, да. Видела, как она мне в лицо рукой своей лезет? Применение силы. Применение силы. Применение силы. Применение силы идет. Применение силы. Зафиксировано. Хватит. Не дают. Да мы боимся, что... Вы творите беззаконие. Беззаконие творите. Применение силы. Геноцид. Геноцид чистой воды. Ограбление. Организованной группой. Геноцид. Неполномочий ничего у них нет, твари. Никаких у вас полномочий нет. Непонятно кто. Неустановленная группа лиц здесь осуществляет насилие в отношении женщины и ее имущества. Так вот. Нападают на женщин. Нападают на женщин. Применение силы идет. Применение силы. Применение силы к женщине. К женщине применяется сила. Все хватают руками. Зафиксировано применение силы. Применение силы. Применение силы. Это применение силы. Применение силы зафиксировано. Зафиксировано применение силы. Вы зачем меня держите? Вы меня держите. Я вас не трогаю. Вы меня держите и толкаете на машину. Применение силы. Вы меня толкаете. Без каких-либо оснований, незаконно происходит изъятие машины с применением силы по отношению к женщинам. Вот эти 20 человек неопознанных лиц в форме осуществляют насилие.
Применение силы. Машина изымается. Применение силы. Я не силы. Грабеж, грабеж происходит. Грабеж, ограбление. Организованная группой лиц по предварительному сговору. Насилие, насилие к женщине! Насилие! 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 Применение силы к женщине! Насилие происходит! Смотрите внимательно! Все записано! Как себя ведут эти твари? Посмотрите! Насилие! Насилие по отношению к женщине! Посмотрите, какое количество здесь! Посмотрите, что творят! Геноцид. Найдите вы, машина, погрузка идет. Сейчас по колесу пойдет. Смотрите, применение силы. Применение силы происходит. Применение силы. Применение толкаются. Без прав абсолютно. По отношению к женщинам так себя ведут. Да прям человек. Он называется человеком. Грабите свой народ, естественно. Занимайтесь фашизмом. Фашисты, нацисты. Фашисты, а у них на рукавах он там. И не стесняются этого. Самый натуральный фашист. Конечно. Там что-то у вас не попадало. Да, вообще не грамотно. Совесть всю давно про это самое просрали. Да они уже душу продали. Душу продали. Что вы творите? Посмотрим сейчас документы, оригинал покажите. Да, конечно, так кто их покажет? Нет, оригинала нет. Они сначала должны оригинал показать. Начальник с ним Казахстан или кто там. Надо, главное, всех зафиксировать. Будете на трибунале отвечать, на советском трибунале будете отвечать. Военную прокуратуру передадим ваши данные, будете отвечать по закону. Почему вы не родину защищали, а не родину защищали? Машины выбирайте, за какие долги? Где долги? И совесть. Вообще совесть уже давно прокололи себе. Вот так происходит преступление. Вот такое преступление. Шабеевы, да, такие все стояли, радостные. И пришел 43-й год. А потом 45-й. Такие все. Да, 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 доблестные. Только женщин, да? Да. Ну, короче, это часть того, что как бы ну приближает, что они себе приближает свой конец. Да нет, это просто грустно по человечески, что вот мужчины так себя ведут, работаете непонятно где. Да понятно. Ну, понятно, нам-то понятно где. А вы делаете, что вы не понимаете. Но они действительно не понимают, потому что. Видишь, какие радостные. Здесь радостные. Не работают. Девочки, видели телефон хватал? Видели, видели. Сейчас будете уголовку получить. Думали, если девочки здесь хочу, можно делать все, что хотите. Позвали бы мальчиков, но сейчас позвали. У нас мальчики делом занимаются, а не вот этим вот. Без прицелом, да, без предела. Есть 63 должны отправляй. Пожалуйста, отправляй, да. Да. Шабаев. Да. 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 Не надо. Имя, отчество, фамилия. Разные документы. Все не показали. Так. Такой номер машины. Вот смотрим внимательно, кто возит. Вот это вот лицо возит. Вот это которое. Вот лицо непонятно. Либо копия акта, да? Нет.
Вот фиксируем, вот она машина находится. Машина. Сейчас спереди еще снимем. Видеофиксация у нас номера машины. Вот номер машины. Вот, вот сфотографируйте, давайте. Все снято. Подъедьте, пожалуйста, потому что у нас совершено уже преступление, не одно, пока вы едете. Вот. Вот, пожалуйста, будьте там. Машина. Имя, отчество, фамилия вот этого гражданина, который хватал мое имущество. Зовут как? Вы только что утверждали, что мы не граждане. Имя, отчество, фамилия. Где? Да. Начальник, где находится начальник? Все, побежали, побежали, вот шакалы, вот разбежали, разбежали, шакалье. Ой, шакалье. Вот так вот, когда шакалы кидаются, они потом в рассыпную, да, в рассыпную. В рассыпную. Накинулись и разбежались. Премию, да, получите? Конечно. Премию они получат сегодня. Да, 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 вот это рожа. Слушайте, вот как вас зовут? Имя, отчество, фамилия? Да я не знаю, как. Я на вас сейчас буду заводить уголовное дело. Вот если бы вы, понимаете, были бы симпатичны, вот если бы вы были мне симпатичны, я бы тоже с вами, может быть, поговорила. Нам не представляется, нам тоже не показывал ничего. Убирай свою карабульку допотопную. Да вообще чокнутые просто. Ну это для статушки работают какие-то. Он вот так вот растопыривает.